доброго і усміхненого вам ранку. З вами програма «Створи себе», її партнер компанії «Гербалайф» і ми, ведучі програми, міс досконалість та витонченість Ганна Юдовинська. І чоловік-оркестр, чемпіон, рекордсмен і навіть широко відомий в узких кругах учений Сергій Канішов. До речі, щодо чоловік-оркестр, я ще й в караоке співати вмію. Ти ще й поєш? Возможно, сегодня исполнишь гимн триумфаторов, чествуя наших участников, которые вот уже 2 недели учатся правильно питаться и корректировать свой вес. Так проверимо, чего досягли наши борчини за тонкість талії впродовж часу, що минув від нашої останньої зустрічі. Доброго ранку! Доброго ранку! Як себе почуваєте? Отлично! Почнемо зважування. Галина! Галина, 50 років, за фахом організатор діловодства. На момент нашого першого знайомства мала вагу 96,5 кілограмів, а минулої суботи ваги зафіксували вже 94 кілограми. 91,1. Це майже 3 кілограма, 2900! Поздравляю! Розкажіть нам, як пройшла неділя? Неделя прошла прекрасно. Я выполняла все рекомендации. Я стала пить белковый коктейль. Я пью больше воды. Я кушаю 5 раз в день. Я не чувствую никакого чувства голода, потому что я ем и мясо, и рыбу, и творог. Я чувствую себя прекрасно. Теперь Наталья. Наталя, 37 років, інженер-гідрогеолог, розпочала свій шлях до самовдосконалення при вазі 101 кілограм 800 грамів. А результат останнього зважування – 101 кілограм 100 грамів. І ваги фіксують 101,2. Плюс 100 грам. Просто цього не може бути. Я тільки хотіла похвалитися, що я влізла в штани, які не одягала вже 2 роки. Не переживайте, это абсолютно нормально. Снижение веса не бывает четко по нисходящей. Как правило, оно идет ступенчато. И сейчас у нас с вами вот эта ступенька. И в это время, как правило, уходят объемы, что мы с вами и наблюдаем. Да. Поэтому все правильно, следуйте рекомендациям и посмотрим, что будет на следующей неделе. Закономерно. Не втрачайте с ноги. И теперь Ирина. Ірина, 52 роки, експерт-кінолог, увійшла в проєкт з вагою у 98 кілограмів 300 грамів, а тиждень тому важила 97 кілограмів. І ваги фіксують 96 кілограмів рівно. 1 кілограм мінус. Молодець. Як пройшла неділя? Великолепно. По вашій рекомендації я стала завтракати, чого не робила багато років. Мне не хочется пить кофе, хотя я его пила все время и много. Значит, у меня 5-разовое питание. В день уменьшились порции, ем мясо, салат, овощи, ничего себе не отказываю. И у меня прибавилось настроение, прибавилось энергии, чувствую себя великолепно. Ну и можем констатувати, что 2-й тиждень поспіль Галина в нас тримає пальму першості. Отже, за тиждень, що минув від нашої попередньої зустрічі, Ірина знизила вагу на 1 кілограм рівно, Галина на 2 кілограми 900 грамів, Наталя набрала 100 грамів. А чергова глава саги «Сходження до вершин досконалості» – білки. І я передаю слово нашій Анечці. Куда не посмотришь, и вы знаете это лучше других, кто-нибудь обязательно рекламирует новую диету, восхваляющую роль белка. Но вне зависимости от того, хотите ли вы похудеть, поправиться или просто поддерживать свой вес, важность белка переходит границы внешнего вида и наращивания мышц. Білок – важлива складова кожної клітини людського організму. Органічна сполука, що складається з 22 будівельних елементів життя амінокислот, зберігається у м'язах і органах. Використовується організмом для створення та відновлення тканин, а також вироблення ферментів і гормонів. Допомагає обігу кисню в крові. Білок, а також жири та вуглеводи є основними складовими їжі, яких організм потребує у великій кількості. Специалисты утверждают, что дневная потребность в белке составляет от 1 до 1,5 граммов белка на 1 килограмм веса. Недостаток белка может привести к потере мышечной массы, падению иммунитета, ухудшению состояния кожи, а также к ослаблению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для того, чтобы снижение веса проходило без чувства голода и чтобы ваша кожа сохраняла свою упругость и эластичность, вам в день необходимо получать 1,2 грамма белка на 1 килограмм вашего веса. Например, вот вы, Галина, весите 91 килограмм, поэтому вам нужно 110 грамм белка в день.
Но помните, что человеческий организм за один прием пищи не может усвоить более 30 грамм белка. Это приблизительно 100 грамм курицы. Именно поэтому очень важно питаться часто, но небольшими порциями. Белки, жиры и углеводы – это основные питательные элементы для нашего организма. Но жиры и углеводы в основном выполняют энергетическую функцию, а белкам, кроме этого, еще отводится строительная. Излишек потребляемых нами жиров и углеводов откладывается в организме в виде жировой прослойки. Белок же, попав в наш организм, полностью расходуется на энергетические и строительные потребности и не откладывается в виде жира. Итак, один из важнейших вопросов – источники белка. Существует два типа белка – животный и растительный. Источником животного белка являются птица, рыба, различные виды мяса, яичный белок, молочные продукты. Но животный белок содержит много жира и лишних калорий и усваивается в организме лишь частично, менее 30%. Растительные же белки усваиваются быстро и полностью, и в них мало калорий. Для контроля за весом более половины дневной потребности в белке рекомендуется обеспечивать за счет растительных продуктов, таких как соевые бобы, фасоль, горох и цельные зерна. Кроме того, в них много клетчатки и витаминов. Тепер, коли ваші знання про білок розширено, вам буде значно легше контролювати власну вагу. Но для этого вам необходимо знать, сколько белка содержится в тех или иных продуктах. В расчете жиров, белков и углеводов за среднюю порцию принято считать 100 грамм продуктов. Итак, белок животного происхождения содержится в сыре пармезан 23 грамма, в йогурте 3,5 грамма, в молоке 3,2 грамма, в твороге 14 грамм. Также белок животного происхождения содержится в мясных продуктах и рыбе. Например, в курице 30 грамм, в индюшатине 30 грамм, в филе телятины содержит 30 грамм белка, свинина 27 грамм, кролик 27 грамм, одно яйцо 6 грамм. Итак, 100 граммов тунца 24 грамма, филе трески 22 грамма, камбала содержит 20 грамм белка, осетр 21 грамм, скумбрия 19 грамм, палтус 18 грамм, а форель 17 грамм. Белок растительного происхождения содержится в орехах, например, миндаль 100 грамм, 21 грамм белка, кешью 20 грамм белка, 100 граммов фундука 14 грамм белка, фисташки 10 грамм, грецкие орехи 6 грамм. А также белок растительного происхождения содержится и в бобовых. Например, соевые бобы 14 грамм, красная фасоль 9 грамм, горох 8 грамм. Ну що, допитливі мої, оволодівши теоретичною частиною, ми впритул наблизились до чергового нашого конкурсу «Отже, завдання». Складіть раціон харчування прикладом обід, щоб сумарна кількість білка була приблизно 30 грамів. Адже пам'ятаємо, що саме цю кількість може засвоїти організм за один прийом харчування. І так, що ж сьогодні закупив наш шеф-повар? Морепродукти, молоко, яйця, риба, бобові, віддільна чечевиця, фасоль, овочі, творог. Трохи додав горіхів, шпинату, твердого сиру. Телятина, курятина, сало. И оливковое масло. Итак, вы видите, что здесь присутствуют продукты, которые содержат достаточно большое количество белка. Но будьте осторожны, есть продукты, которые содержат мало белка. Ну давайте посмотрим, что же вы выберете все-таки. Начали. Начинаю, Наталья. Я прошу передать мне морепродукты. Морепродукты. Дуже люблю. Сразу, да? Так. Я взяла також шматочек твердого сиру. Що ще? Ще б задоволенням скуштувала горішків. І з овочів вибрала брокколі та перець. Добре. Галина? А я би взяла рибку. Два шматочки. Вони такі невеличкі. Бобові. Тепер я би зробила салатик із огурчика, помідорчика і перчика. І заправила би чуть-чуть оливкове масло. Олії. Добре. І Ірина? Я би взяла два кусочки м'яса. Давайте. Два кусочка сала, перец, помідор, огурець, оливки і стакан молока. Ось такий я молодець. І шпінат. І шпінат? Так, да, шпінат, щоб зробити такий салатик. І так, Наталія, морепродукти – отличний вибір. Перець, брокколі, овочі – ми завжди за. Орешки содержать растительний білок, але також в них дуже багато жира. Они калорийные, поэтому с ними нужно быть поосторожнее.
А вот желтый сыр, к сожалению, от него нам нужно отказаться, потому что содержит белок животного происхождения, но также насыщенные жиры. Очень много лишних калорий. Галина, рыбка, отлично, источник животного белка. Бобовые, источник растительного белка, без лишних калорий, без лишнего жира. Овощи с оливковым маслом. Идеальный выбор. Ирина, ну вы уже так улыбаетесь. Давайте прокомментируем. Мясо, телятина, отличный выбор. Источник животного белка. Шпинат, овощи, все нам подходит. Как вы думаете, против чего я могу сейчас сказать свое нет? Конечно же, сало. Ну что ж, оркестр Туш. Наш сегодняшний победитель Галина. Кстати, Сереж, как там насчет твоего караоке? Пришла пора петь оду славься. We are the champion, my friend. And we keep on fighting to the end. Ну що, мої любі приборкувачки білків, на сьогодні урок закінчено. Подякуємо нашій люб'язній вчительці Анечці. Повторюємо теорію, створюємо себе і контролюємо вагу. А для этого подведем итоги. Помните, правильное питание начинается с правильного завтрака. Выпивайте в день минимум 2 литра воды. Для контроля за весом без чувства голода вам необходимо в день получать 1,2 грамма белка на 1 килограмм вашего веса. И последнее. Ешьте часто, желательно 5 раз в день, но небольшими порциями. Але ми з вами реалісти і розуміємо, що за сьогоднішнього шаленого темпу життя 5 разів на день харчуватись дуже складно. Тому пропонуємо вам замістити 2 прийоми їжі спеціальними білковими коктейлями для контролю ваги. Это вкусно, питательно и полезно. Приятного аппетита! И до следующей встречи, которая будет посвящена углеводам и их роли в процессе правильного контроля веса. А чергове зважування рівно за тиждень. Побачимось!